Готовы к метелям и льдам и дорожники на трассе М-11. Техника на низком старте и уже пару раз проходила проверку боем, а запасов реагентов хватит на 3 месяца непрерывных осадков. Новая скоростная трасса М-11 в этом году проходит первое зимнее испытание. Вместе с ней и дорожные службы. К непогоде и осадкам они подготовились заранее. Только на 6-м этапе трассы уже функционируют 4 эксплуатационных участка. Самый ближний к Великому Новгороду здесь, на 524-м километре. В арсенале дорожников 9 комбинированных машин, погрузчики и тракторы. Вся техника оборудована системой спутниковой навигации и работает исправно. В зависимости от погодных условий, ну, разные типы посыпают и плоскосоляной смесью, посыпают твердым мехлоридом, осуществляется и осуществляется очистка уже проезжей части после действия противогололедных материалов. Запасы большие на все участки. Новгородской области сотрудники «Автодора» заготовили 12,5 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 9,5 тысяч тонн твердых хлоридов. Хватит примерно на 100 посыпок. А пока погода радует и обильные осадки обходят новгородский регион стороной, дорожники круглосуточно сменяют друг друга на вахте, чтобы в любой момент спасти автомобилистов от снегопадов и гололеда.